Аграрии Атырауской области не могут получить сельхозтехнику из России по причине введенного запрета на ее вывоз из страны. Местные власти самостоятельно решить проблему также не в силах. Бизнесмены просят помощи у правительства. Их жалобы выслушали наши корреспонденты в регионе. Без денег и без сельхозмашин нынешний агросезон начался для фермера Конаса Ерманова. В конце прошлого года предприниматель закупил технику у ставропольских производителей. Потратил 5 миллионов тенге. Однако вывести машины на поля так и не смог. Дорогостоящий товар застрял на границе. До сих пор проблем не было. Покупали технику, запчасти. Сами ремонтировали машины. Рядом Россия, Астраханская и Волгоградская области. Они тоже аграрные, как и мы. Сейчас нам помогают предприниматели из Астрахани. Астраханцы помогают, но их возможности ограничены. Компании-посредники смогли доставить в регион необходимые удобрения. А вот вывести застрявшую на границе технику, говорят, не в силах. Помочь бизнесменам пытаются и местные власти. Все необходимые запчасти есть в нашей стране. Работают официальные дилеры, а вот техника из России пока под запретом. Сейчас мы ведем переговоры с руководством Астраханской области. Как только снимут ограничения, поставку товаров возобновим. Введенные ограничения в России будут действовать до конца текущего года. Аграрии переживают. Если вопрос не решится раньше, то проблема с техникой может сказаться на темпах уборочных работ. Райхан Ташибаева, Арстанбек Кенже, Амантай Матенов. Итоги дня, Атырауская область.